Здравствуйте, меня зовут Сергей Боженко, и сегодня мы будем делать стрижку, как у Стива Бушеми. Мягкая волна. Стрижка Андрею это подойдет, потому что у него лицо худощавое, его волосы как бы тоненькие, редненькие, да, и нужно сохранить объем, наполнить стрижку, сделать ее более наполненной и в классическом варианте. Не делаем коротко, не бреем виски машинкой, делаем всю стрижку как бы ножницами. Она будет удлиненная. Такая стрижка больше всего подходит солидным мужчинам за 40. Если у вас высокий лоб, если у вас длинные волосы сверху, вам необходимо стричься именно так. Такая стрижка расположит к себе людей, и вы будете выглядеть очень стильно. Если у вас такие тонкие волосы, и вы стрижете такую удлиненную стрижку, то филировать вам их ни в коем случае нельзя. Потому что вы сделаете еще меньше объем, еще меньше волос, что для стрижки будет не то, что полезно, а даже вредно. Преимущество этой стрижки таково, что ее не нужно укладывать, сушить феном. Если хорошая стрижка, то она будет лежать сама по себе. Стрижка волна готова. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!